Ну, повар, рассказывай, что ты нам тут приготовил. Ну, пожалуйста. Блюдо у нас серьезное. Блюдо у нас старинное. Вот это блюдо. Блюдо хреновое. Вот у вас есть китченес. Ничего. Слайдом с кефирком балуется, блин. Кеша вон под неватоном сидит в каске. Под неватоном. Я пытаюсь полностью прочувствовать эффект. Я понял, блин. Блять, самый дешевый кетчуп Астория, 32 рубля. Нет, Астория 39 рублей. А вот это вот моя цена, 32 рубля. Вот там один какой-то крендель всю дорогу, вот, знаешь, Слав орет там это. Выживаю на 100 рублей, блядь, на неделю. На месяц какой-то. Да, да, там что-то там... Как можешь месяц на 1000 рублей. Да. Я надеюсь, что мне не придется. Ходят там по магазинам по одной картошке, по пол морковки ломает. Да, да. Пошел бы металл, сдал бы. А здесь все, да, Геш. Вот тебе стиралку, когда пойдем разбирать. Тебя там меди там до хрена в ней. Тихо, ты ж не говори. Это хозяйская стиралка. Ну ладно, пацаны. Давайте. Пробуй. Налетайте. А ты любишь? Вот это. Ну, а что там, где там, блядь? Побуйней, который я люблю побуйней. Побуйней, а что такое побуйней? Ну, попожаристый. А, попожаристый? Нет, побуйней это лучше, шире. Да? Не, бурно. А я очень хорошо. Что-то, блядь, как-то ты хренов с пожаром. Как я хренов пожаристый? Какие-то сыроватые, нет? Да, отлично. Отлично? Какие же ему горячие? Он сырой, блин. Он кусок мяса сырого сожрал бы. До сих пор был. Главное, что оно мясо. Мясо с кровью. Ничего страшного. Ну, это типа стейк. У него был такой. Это был стейк. Слава, ты любишь стейки? А ты их вот раз ел? Я люблю прожаренные, хорошо прожаренные. Слава даже... Так они же там разные модификации у этих стейков. Не, я знаю, что ты про что говоришь. Там же селедку не ест. Селедку мне. Кто не ест селедку? Я, Слава. Слава, ты почему селедку не ешь? Да, ну я вылазь полная. Селедь у Васи, ё-моё. Здесь, знаешь, вообще порода рыб селедка. Объяснись перед пацанами, почему? Да не ешь селедку. Что, блядь, за стремота-то такая? Ну, так. Странно. Это какая-то нездоровость. Нездоровость. А карасей-то ешь? Нет. Тоже не ешь? А нахрена-то ты зачем ты его ловишь, а? Побуйней, чтоб было. Таран. Мы там плавали, бедные. Может, таранчик. Жизни радовались. Ты их вытянул, тебе они уже не нужны, ты их даже не ешь. Блин. Таранчик у них. Так таранчик-то ешь? Нет. Блин. Нету. Ну в чем прикол-то? А я не знаю, я их матери отдал, что он с ними делал, не знаю. Ой, блин. Я просто личную рыбу и селедку тоже не ем. Ты какую не пьешь? А что ты там ешь тогда? Что ты ешь-то? Я сосиску. А красную рыбу ешь? Красную ем. И копченую, говорите, ем. Намекает. Намекает. Что ж ты копченый-то не принес? Вот так. Я-то вот о вас позаботился. Знаю, что жрать захотите. Это даже не майонез, а майонезный соус, блядь. Блядь, для друзей ничего не жалко. Нет, я просто про сейчас прочитал. Я думал, там написано майонез, блядь. Ты читаешь соус. Для друзей ничего не жалко. Это круче, ты знаешь. Да, соус. Не просто майонезом тебе какие-то. А сразу себе уже соус. Последний день, пацаны, в этом году, блядь. Завтра. Да завтра уже все. Завтра с утра встанешь, стакан хлопнешь. И в Хомутово поедешь. Если вы их собрались, то это... Типа с праздником теперь. А?
нас тут, пацаны, модная тема. Все собрались закодироваться в этом в новом году. До какого числа поедем-то? Я тебе говорю, после праздника теперь. Поедем пьяненькими? Следующая суббота после праздника. Окей. Пьяненькими. Если бухать не будет. Да я уже так уже держусь. Уже несколько раз уже силу воли испытал. Ну вот, серьезно. А сколько ты не бухаешь? Ну вот, с поминок по Андрею. Это уже сколько времени прошло? Это вот тогда я последний раз выпил. Это поминок. Это ноябрь, да? Вот какой-то ноябрь. Ну, мы были 12-го ноября. А, 12-го ноября. Да, Андрюха краша ноября, Саша на небесное. Это с 15 декабря ты, да, не пьешь? Ноября. Ноября. 12. Это уже, блядь, срок, нахрен, приличный, блин. О, боже. Полтора месяца. Это я как и в гости попадал, и как бы корпоратив пережил. Вчера даже корпоратив был у тебя. И вот пока держусь. А он не напился. Ну а что? Так говорит на сегодня. Корпоратив трезвому тяжело. За всеми смотреть. Да. Все, на мне осталось. Все, бросить. Да там пили, да, безбожно все. Ну, это так как про коллег говорить нехорошо. Ну понятно, да. Были пьяные коллеги, да? Всякие были. Всякие были, да. Грузить не приходилось. Друг другу зубы там не драли. Не показывали мастерство. А то по пьяной лавочке. Да там все свое мастерство показали. Да, все было круто. Не как голая вечеринка там у Ивлевой. Да, что это порожняк голая вечеринка. Синяя вечеринка. Синие ковбои. Да. Покурить. Прощаемся, пацаны. Да. До встречи в следующем году. Всем пока. Встретимся в новом году.